Сейчас, как вы видите, на месте работает с места ЧП. Вы можете своими глазами увидеть, что происходит на месте трагедии и насколько серьезны трагедии, которую мы получаем сейчас с места ЧП. Вот вы видите, спасателям удалось все-таки открыть один из люков. По последним данным погибли. Несколько человек находятся в крайнем тяжелом состоянии. Они доставлены в городские больницы, в НИИ Склифосовского, в первую городскую больницу. Данные приводил Департамент здравоохранения Москвы. Там сообщали, что 27-летняя женщина...